Третий день нашего путешествия и охоты. И уже добыча с самого утра. Так, что тут у нас? Ого! Серьезная рыба. Завтрак будет славным. Но не все. Кто пострелял, тот и ест. Первым. Кто-то чистит. Ну, бонус. Друзья, в нашей бухте поднялся небольшой ветер, дождь. И мы будем поджидать ее. Но у нас два человека за бортом. Сейчас мы к ним подплывем. Погода меняется очень быстро. Был штиль, мы релаксовали, медитировали. Тут раз-раз и все, уже шторм. Сережа, как оно, шторм плавается? Бачив два таких окуня червоних. Очі вилупили на мене, ну вийшли. І бачив три отакі, ну що то похоже на... Отвяжіть там, де ви його прив'язали. Льош, він там щупу. Через жопу прив'язав. Ось що таке. Підходимо к небольшому городку, переждать ветер і дощ. Зробимо стоянку на 2-3 часа. Потім по прогнозу погода розпогодиться і продовжимо нырялки. Мы остановились в небольшом городке, красивом Армионе. Здесь очень красивый старый город, очень красивый парк, по которому мы сейчас прогуляемся, и я вам его покажу. И вот мы заказали настоящее фраппе, его готовят только здесь, в этом месте. Бармена называют Маклауд, так что если вы здесь окажетесь, мы рекомендуем вам попробовать это фраппе, очень вкусно. Вот такими улочками живут, улочками. Не страдают. Старая черепица. Классно, им отопление платить не надо. Слышал, грек? Давай, давай. Цены на рыбу в Греции. Цены не такие небольшие, а рыба тут трудовая, поэтому лучше все съедать самому. Вот классный осьминог, 15 евро килограмм. Идем сквозь прекрасный, чудесный, красивый лес. Вот, с одной стороны дышим хвоей, с другой стороны вот такие бухточки, заливные лагуны, там всякие мельницы, церквушки, очень красиво, релаксация полнейшая. Вот наблюдаю очень красивый вид старой мельницы, видите, как отвесная скала красивая, и на ней вверху мельница. Наслаждаться этими видами, но здесь людей так много нету, потому что не такой уж и туристический город, и это дает свою изюминку, капельку, то есть они напрягают толпы туристов, китайцев с фотоаппаратами и всем прочим. Мы дошли до конца этого зеленого полуострова парка, это заняло где-то минут 10 в одну сторону, 10 в другую. Очень хорошая прогулка и запах сосен с морем, вообще такое сочетание. Я не могу передать эти эмоции. Это нужно ходить и чувствовать. Итак, принесли нам барашка. Вот так вкусно его приготовили. Готовил его Маклауд. Греческий Маклауд, не украинский. Сидим, отдыхаем после нырялки и прогулки лесом. Нырялки. Сейчас нам принесут морепродукты, и мы вам все зафиксируем и покажем. Вот наши морепродукты с пылу жару. Тут у нас мидии, осьминоги, креветки, ракушки, салатик. И все это дополняет барашка. И Wi-Fi. Да. Это можно кушать так, мой. Да. А что это? Что это? А это кальмарчик. Да. Целый кальмар. Словили собственными руками. Вот так. Отдыхаем под мостом.